Курская область подписала концессионное соглашение по обновлению электротранспорта на 12,5 миллиарда рублей. Первый заместитель губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что подведены итоги конкурса по модернизации электротранспорта Курска. Победила компания «Мависта регионы». Концессионное соглашение будет подписано уже 15 августа. Согласно концессионному соглашению Курской области и группы «Мависта», на модернизацию электротранспорта будет потрачено 12,5 миллиарда рублей. Будет сделан ремонт подстанций, реконструировано 42 километра пути, закуплено 22 новых трамвая и 10 электробусов, пояснил Алексей Смирнов.